Большинство этих опрятных домов в пригороде Торонто, как и везде в Канаде, покупаются с привлечением ипотечного кредита. Или, как его называют здесь, моргиджа. Причем до недавнего времени собственником дома или квартиры можно было стать, внеся в оплату всего 10% от стоимости, а остальную часть заплатить ипотечным кредитом, взятым под очень невысокий процент. Их называют интерест. Но 2017 год принес изменения, сделавшие процесс получения кредитов на покупку недвижимости более сложным, а проценты более высокими. Известный в русскоязычном Торонто финансовый консультант Сергей Тотров не просто держит руку на пульсе событий, а с радостью помогает клиентам правильно сориентироваться в этом постоянно меняющемся мире. Много было разных изменений, связанных с... Каждый год происходит изменения. Ну, последние месяцы много. Много, много всего. Насколько стало сложнее получить моргидж? Ну, вообще, начиная с 27 апреля 2010 года, с каждым годом все тяжелее, тяжелее, тяжелее. И сейчас еще, так сказать, совсем становится тяжело, но все равно возможно, работаем, все люди покупают. Ну, тяжело. Что... Тяжело? Тяжело, или... тяжело, тяжело, да. Ну, еще могут быть изменения. Есть изменения, которые, я считаю, что они даже могут быть еще самые сильные изменения впереди. Но квалификационный рейд, который, если вы слышали, стресс-тест, вот который сделали, когда человек через иншуранс-компанию делает, хотят сделать и для тех, кто без страховки идет, то есть когда больше даже 20%. Это будет очень достаточно сильно сказано на рынке, и, так сказать, последствия могут быть. А все-таки, вот, если коротко, самое важное, что произошло, например, с мая? Произошло два раза поднятие прайм-рейта. Да, то есть сегодня variable rate стал менее интересен, но и фиксированный тоже, к сожалению, тоже не такой интересный стал. То есть если мы в прошлом году делали спокойно 2,29 на 5 лет, fixed rate, ну, была такая возможность короткая, да, то на сегодняшний день это уже на 1% выше. 3,29, 3,19 на 5 лет, если мы говорим про fixed rate. Но это пока не очень критично. 1%, наверное, это не очень много. Кому-то очень, кому-то не очень. Все относительно. В 98 году я радовался, что 6 было, потому что в 99 было 7%. Так что все относительно. И мы говорим про эти про проценты, которые... Это фиксированные на сегодняшний вот разговор. Сегодня идет о фиксированных процентах. Но variable процент, то есть многие люди спрашивают, а нужно ли переходить сегодня с variable на fixed? Я могу так сказать, если мы говорим про большую скидку, допустим, минус 0,5, минус 0,7, минус 0,75, я бы не переходил на фиксированный процент. Во-первых, ничего хорошего не получите. То есть будет выше 3%. И во-вторых, да, он может еще подниматься, но может мы не дойдем даже до того момента, который они вам сегодня предложат. То есть я бы был очень внимательный в момент перехода. Кредиты выдаются на какой-то определенный... Да. В Канаде. Да. Если заканчивается первый срок, там, или там, второй, или третий срок? Если у человека, допустим, подошел срок моргиджа, то у него есть два варианта. Пожалуйста, первый, можно остаться с тем же самым банком, подписать те бумаги, которые ему прислали по почте, и выбрать тот рейд, который он там хочет. Я не могу сказать, что это будет самый замечательный рейд, но никаких вопросов нету. Переподписал и пошел дальше. Второй вариант. Можно посмотреть, что есть на рынке интересное, позвонить нам, другим агентам и посмотреть, что можно сделать в их конкретной ситуации. И если можно что-то сделать лучше, то можно сделать, можно перейти в другое место. Чаще всего мы можем сделать лучше, чем то, что предлагает банк. В каких ситуациях банк может, или там кредитная организация может отказать там в рефинансировании? Есть такое понятие, может быть, вы слышали, затраты на моргидж не должны быть больше 1/3 вашего дохода. Да. То есть вот такая идея, да? А все долги не должны быть больше 40% от вашего дохода. Поэтому если по показателям человек не проходит, то тогда, извините, ему моргидж не дадут. Поэтому моя задача найти банк, который, так сказать, будет работать, и какие-то банки работают под более высокий процент пост-трейд, какие-то под менее, под более лучший процент, меньше, контракт-рейд и квалификационный рейд одинаковые. То есть все возможно. Я уверяю, что в большинстве случаев решить вопрос можно. Каких-то определенных категорий заемщиков, там, например, self-employed или там каких-то еще других, ужесточились ли правила для ипотеки, для моргиджа? Правила, в принципе, ужесточились почти для всех, но для self-employed более жестко стало, потому что на сегодняшний день, если говорить о self-employed, надо все-таки какой-то доход иметь.
или это будет подтверждаемый доход через notice of assessment, или это будет неподтверждаемый, но хотя бы, чтобы он на счет доходили деньги. Если у человека заходят деньги на счет, ну, тогда банк хотя бы понимает, что он зарабатывает деньги, да? И тогда нет проблем, можно сделать моргидж. Но если у человека ничего не заходит ни на счет и нигде в документах не отражается, то проблем. Проблем. Конечно, есть банки, которые в такой ситуации дают, но рассчитывать на маленький down payment и хороший рейт не приходится. Но, то есть, сделать можно, но вопрос это не будет привлекательный процент. И человек даже если получает, допустим, работает, так сказать, барменом, да, и он получает деньги наличными, но государство все равно подразумевает, что он будет с этого налоги платить. Ну, положи на счет, отчитайся, что ты, да, я в конце года заплатил налоги. Мы все подразумеваем, что да, налоги надо платить. Ну, так, в общем-то, и все. Поэтому, но если водитель трака, он на корпорацию получает большую сумму, а выписывает себе зарплату 2000 в месяц, у него 24, хотя проходит у него 200 тысяч долларов. Поэтому, если у него хотя бы через счет проходят деньги, уже можно разговаривать. Скажите мне, пожалуйста, а цены на дома в Онтарио, особенно дома, немного упали, насколько я понимаю, особенно по сравнению с прошлым. Достаточно упали, да. Да. А как это может повлиять на тех, вот мы в предыдущей программе рассказывали про то, что ты используешь как бы часть дома выплаченного под залог, ну, даешь это под залог банку и получаешь небольшой там кредит. Ведь стоимость дома, как бы обеспечение фактически упала. Те люди, которые взяли, например, дело такой кредит. Дело в том, что если вы уже имеете кредит, и у вас он есть, существует, и вы платите каждый месяц вот то, что минимальная плата, которая положена, то банк не интересуется сегодня, сколько стоит ваше жилье. И вы не должны переживать по этому поводу. Если подойдет срок, опять же, как я сказал, можно его перевозобновить, то есть продлить, и никаких, опять же, вопросов нету, сколько стоит или не стоит. Но если мы хотим рефинансировать, еще вопрос, вытащить какие-то деньги, вот в этот момент будет проверка, сколько это будет стоить. А для вот людей, которые только что приехали, новые, совсем новые иммигранты, условно, приехали там год? Ну, работает система так же. 35% даете down payment и можно положить. То есть от той цены, за которую вы купили, также 35%. То есть ты должен внести 35% да. стоимость дома, да. а доказывать они могут быть работать. Что доказывать? Работу. И... Нет, мы говорим о том, что есть возможность сделать это без работы. Без работы, без кредитной истории, просто имея 35%. Крупные банки специально для таких ситуаций, потому что они хотят получить нового клиента, новых иммигрантов, может быть, деньги большие и так дальше. Поэтому они держат такие программы. Мелкие банки такие программы не держат, потому что для них это